Сейчас открываются много-много школьных
Имеется в виду школа бега, секций, кружков и платных, бесплатных. Николай Чернов школу бега ведет, и у него много воспитанников, которые показывают также отличные результаты. За Запорезд, Ухарин, Максим, Лукша, Владислав не принимают участия. Я думаю, кандидаты и мастера, и также, я думаю, что Полестра сможет подтянуться и показать отличные результаты. Недавно прошли, тем более, в Кисловодске сборы. Неплохо потренировались, приготовились. Ну и хотелось бы, конечно, увидеть Ивана Резника, но его сегодня здесь нет. Вместе с нами он не принимает участия. Ну а лава, которая организована в 1997 году, представлена Танцевич Николай, Сластин Валерий, Идовин Василий, Чернов Андрей. Не знаю, Михаил Пенегин принимает участие, но в том году, по-моему, не принимал участие. Ну вот, видите, информация, Ваня Резник за МЧС, 30-й, они вторые бегут. Ну а мы с вами давайте вернемся и сейчас отправимся на финиш. Студенты наши замечательные легкоатлеты доказали, что они сегодня лучше. И сейчас это Силмаш Сиады с вами! Сегодня на второй позиции мастер спорта по легкой атлетике! Лена, конечно, ты молодец, а! Сколько ты бегаешь, сколько ты побеждаешь, сколько у тебя медалей, наверное, уже стенки не хватает везде и в коридоре. С тем номером это команда Архангельский медицинский колледж. Они выигрывают в своей группе. Даже не устали. Так, и Артика Сафу вторая.